Губернатор Приморского края Олег Кожемяка открыл Центр воспитательных технологий «Маяк». Торжественное событие состоялось в праздничную и важную для всех жителей страны дату – День России. Это особенный день в истории нашей страны, день, когда наша страна обрела независимость и суверенитет. Именно за эту независимость и за свой суверенитет, за возможность жить в свободной стране сражаются сегодня наши ребята в зоне специальной военной операции. Это ваши отцы, старшие братья, это те приморцы, кто мужественно защищает нас на дальних рубежах. С тем, чтобы коричневая чума не пришла в нашу страну, с тем, чтобы вы могли жить на своей земле. Детский лагерь «Маяк» является филиалом Всероссийского детского центра «Океан». «Океан» – это не просто учреждение, а целый городок детства, творчества и дружбы. Там ежегодно отдыхают ребята со всей страны. По этой причине здесь и обрел свое место новый приморский «Маяк». Безусловно, сегодняшняя смена имеет патриотическую направленность. Здесь собрались ребята-юнармейцы со всех районов нашего края. Те ребята, чьи отцы сегодня выполняют свой воинский долг. Безусловно, вы должны быть достойными преемниками своих отцов, старших братьев, того поколения, которое сегодня стало на защиту. И, безусловно, для этого нужно знать историю, любить свой Приморский край, любить свою страну. «Маяк» расположен в живописной бухте недалеко от Владивостока. Там находится 18 жилых домиков и большой корпус «Паллада». Каждая комната оборудована кондиционером и санитарным блоком. На территории есть медицинский пункт, столовая, беседки, дом творчества. А также работает сувенирный магазин, спортивная площадка и тренажерный зал. Я уверен, что здесь, в лагере «Маяк», который является подразделением Всероссийского центра «Океан», вы получите все необходимые условия. Обретете дружбу между своими ребятами по блокам, по тем домам, которые названы именем кораблей, именем тех, кто впервые открывал Дальний Восток, адмирала Невельского, тех судов, которые были первопроходцами, «Надежда», «Паллада», «Красный вымпел». И, безусловно, помимо той дружбы, которая всегда объединяет вас, вы получите множество новых знаний. Образовательные программы в лагере направлены на формирование устойчивой системы нравственных и гражданских ценностей, патриотизма, служения Отечеству, ценностей крепкой семьи, созидательного труда и защиты природы. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.